Всем привет! Вот сегодня хочу вам показать такую большую коллекцию тарелок. Мы сейчас в гостях в семье друга моего мужа. И я вот хочу показать такую большую коллекцию тарелок. Хочу сказать, что Янис вместе со своей женой, они путешествовали по Европе. И во всех странах, в которых они были, они со всех стран, в которых они были, они привозили вот эти вот тарелки. Самое интересное, что их так много, и они все очень такие красивые. Вот я вам хочу показать вот это вот Эстония. Вот. Там дальше Хорватия, Дубровник, Хорватия. Вот. А там такие вот. Венмарк, Люксембург, Петербург, Швейцария, вот, Шотландия, вот, Шотландия, вот это, наверное, Германия, не знаю, это Помпея, Италия. Это Сан-Марино. Вот это не знаю где. Это Вена. Здесь тоже такие. Сицилия. Кёльн. Ну, вот такие. Это Норвегия, Страсбург, Норвегия, Нью-Йорк-Сити. Вот такие. Это Норвегия, Равенна, Испания, Верхор. Не знаю, где это. Это тоже Норвегия, Данмарк, Берлин, Лондон. Вот. Это Финляндия с таким мишкой и оленями. Это Карловые Вары. Вот. Так что вот такие. Вот эта маска, наверное, из Италии. Очень красивая. Вот очень такая большая, огромная коллекция. Это, я представляю, сколько было впечатлений от этих поездок, в которых они были, путешествовали. Очень интересно. Вот такая вот огромная коллекция. Класс. Вот. Если вам было интересно, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, посещайте мой канал, смотрите мои видео и до новых встреч. Пока-пока.